А, да, я по-прежнему в Motion Tracker. Postal, ну что тут, обзор на него делать, я не знаю, не имеет смысла, они все одинаковые по большому счету. Туалет, шконки, кроватки. Вот. И тут вообще, собственно говоря, обозревать нечего, по большому счету. Обычные раковины, туалеты, душевые. Работает все через Ж, конечно, как всегда. Народу бывает много. Сегодня среда, много не будет, я надеюсь. Нет, сегодня вторник. Да. Ой. Сегодня. Вторник, да. 21 число. Ну, я сейчас выиграю кучу бабок. Просто нереальное количество денег, чтобы оплатить себе и хостел, и жратву, и все на свете. Я не знаю, вы, наверное, задаетесь вопросом, как я вообще понимаю, о чем они говорят. У меня есть переводчик. Вот. Мой переводчик. Мой friend. What do you say, man? Mush. I said you, my friend. Venezuela in the house. Yeah. My translator and friend. I'm a Google translator. Yeah. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tienes mal. Sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Esta es mi forma de decirte hoy, donde tú me pidas voy. Hay un lugar especial, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Ay, yo no sé si se me esconde en tu espalda o será lo corre tu falda. Tú tienes unas curvas que a mí me matan. Yo despego mi vuelo, baila contigo pegadito, yo quiero. Tú me elevas en tus brazos hacia el cielo. En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Feliz inicio de semana para todos. Cualquier colaboración será muy recibida. Muchísimas gracias, muy amable, que la pasen muy bien. Vive España. Ну что, в казино, так в казино. Да, казино. Casino? Yeah, casino. Where? Let's go. Okay, but you can't use where? In the hand? Секрет. Меня разбудил. Я ничего не соображаю, короче. Говорил идти в казино. Ну, блин, окей, идем в казино, что. Правда, у меня денег нету. Ой, как-нибудь что-нибудь разберемся. И снимать я буду с рук. Я думаю, в казино навряд ли разрешено снимать. Доброе утро, народ. Я в хостеле. Ночую я уже бесплатно. Я не плачу ни хрена. Вроде как бы я подружился с администраторами. Они привыкли меня здесь видеть. Поэтому я хожу, прикидываю, что я здесь типа все оплатил, все живу, все нормально. Вот.
Иногда их угощаю мороженым и лимонадами. Ну и все забивают болты, многие не платят. Вчера я встретил одного русского, он из Москвы, медик, просто турист. Он хотел посмотреть на город, мы вчера погуляли, я ему показал. По-моему, ему не понравилось, я его, наверное, чем-то обидел. Но я не знаю, если честно, чем и почему он... Ну, то есть он сегодня даже не стал оставаться на ночь здесь, в этом хостеле. То есть ему не понравилось. Девка эта, про девку, да, про местную, она какая-то реально сумасшедшая. То есть она то с одним останется, то с другим. Вот. Много шутит, много говорит. Такая непонятная. Не! For my blog. Oh, ¿me estás grabando? Yeah. Okay. Hey, what's popping? It's Lenia from Madrid. Chili, they call me chili too, you know, because I am like chili pepper, I'm spicy. I met my friend, a Russian friend, that he's kind of crazy, you know, like me. And I don't know. I hope you guys like Spain. We are good people. We are kind of lazy, but we are good people. And yeah, that's what's up, 415. Так, окей, народ, я хочу вам показать мой лайфхак, по крайней мере, как я остаюсь в хостелах. Халява, остаповский метод, не знаю, называйте как угодно, метод Павлова, не знаю, что угодно, придумывайте, называйте как угодно. Вот. В общем, я беру вот такое мороженое за 1 евро. Вот. Сегодня я взял еще и попить, потому что очень жарко, хочу пить. Пропустим его, пускай езжает. С Богом. Мерседес. Значит, идем в хостел. Идем в хостел, притворяемся полностью не говорящим ни на каком нахрен языке, только на русском. Придурком. В общем, придурком притворяемся и все. Это самое главное. Улыбаемся и машем. Ребята, с которыми я тусую в хостеле, зарабатывают денежки тем, чтобы танцуют на улицах. Брейкданс у них офигенно получается. Ребята, зацените это просто. Я с ними гоняю, подкармливаю их и, ну, немного помогаю, насколько могу. Местные бомжи вообще в ахуе. Stop. No,
которое я пробую, называется гармандес. Нереально вкусно, это горошек, морковка, баклажаны, картофель, короче, овощи. Но, блин, соус в каком-то офигенно вкусном. Прям нереально вкусная штука, ребята. Вот. Если кто думает, что я мало ем, ну, здесь пол тарелки, и здесь еще такая штука огромная. А угостил меня друг мой. Пошли ему отдельную gracias. Он меня учит языку, кстати. Are you asleep? Wake